Всем привет, меня зовут Алина Лайден, добро пожаловать на мой YouTube канал, и сегодня я снимаю в горячих источниках на Тайване. Мы сейчас остановились возле туалета, первая наша остановка на пути, вот, и я снимаю, что здесь есть. Здесь продается много интересных вещей, вот моча с манго, никогда еще не видела. Таро. Коричневый сахар с агаром, со сладким картофелем. Вот ананасовые печеньки, не только ананасовые. Интересно как. Тут на подарки много классных вещей, мне кажется. Можно купить. Вот я все-таки решила купить моча с манго, попробовать. Это интересный вкус, потому что в основном это таро, либо матча, который я не очень признаю. Попробуем с манго. Вот здесь еще паровые булочки, сосиски. Мы уже идем на выход и поедем дальше. Мы сегодня едем в компании моего молодого человека, мамы, сестры и ее мужа. Вот. Старшая сестра моего парня, она его много старше. Ей стало плохо. Вот, видимо, укачала в машине. Сейчас вроде все нормально. Грязевая у нас вода, она горячая. Вот здесь холодный бассейн, здесь теплое масло, как мне перевел молодой человек, но я не знаю, что это, будем пробовать. Я никогда не видела красную воду до этого, красные бассейны. И здесь просто холодная вода и две сауны также есть. Вначале нужно ополоснуться. И попробуем водичку. Я сейчас боюсь заболеть. И боюсь уронить телефон. Ледяная вода. Вот мой молодой человек с мамой. Водичка такая теплая, я не буду мочить руки, чтобы браться за телефон. Очень приятно. И солнечная погода сегодня. Приятно. Вода горячее, чем в предыдущем бассейне. И она такая красная, мне по пояс. Вот так. Я как будто купаюсь в крови юных девственниц. Мне кажется, для кожи очень классный эффект будет. Очень приятно и расслабляюще. Вот такие здесь две сауны. Одна турецкая, мокрая, и одна сухая. Сухой никого нет. И, конечно, внутри снимать я не буду. Здесь душ. Вот там вот есть еще туалет. И здесь переодевалки. Вот там вот можно оставить обувь свою, мы оставляли. Здесь посушить волосы. Вот так выглядят переодевалки. И вот там уже выход. Я сейчас оставлю свой телефон, чтобы уже нормально искупаться.
сейчас кушаем суп из бамбука, рис, курица, овощи, и там была свинина. Вот только что принесли курицу. Что такое заведение? На ужин мы пришли взять суши. Вот так это выглядит, стенд рядом с дорогой. Сейчас выберем суши. Вот такие суши стоят по 30 рублей каждая штучка. Вот такой большой толстый кусок рыбы. Вот они прямо тут делают. Вот такая сушечная. И тут можно некоторые суши сразу выбрать, а некоторые нужно заказывать, вот как эти, чтобы их приготовили. Какие тут есть. Некоторые даже по 20 рублей есть. Вот они уже мои суши, вот что вы купили. Туна, тунец, лосось. Утка, это я не знаю что, какая-то икра, и вот такая желтая рыбка. Всегда я беру клубничный молочный коктейль и буду ужинать. Я сейчас сниму для вас, как проходит церемония подношения богам, чтобы в новом году все было хорошо, и также сжигание денег. Вот этих, это для того, чтобы Бог дома смилостился и все в доме было хорошо. Такая вот новогодняя традиция. Различные подношения, это может быть как мясо, так и фрукты, в зависимости от ваших желаний. Подношения богам. Вот пришли уже второй раз, всего 3 раза, через каждые полчаса. Вот набираем воду, мы живем на 4-м этаже, и воду берем со 2-го этажа. И на холодильнике мои магниты. Это все мои магниты, которые я привезла из России, из Крыма. У меня бабушка живет в Крыму. Это мы привозили из Гонконга, когда я была 2-й раз в Гонконге. Вот из Шанхая, и мой старый магнитик тоже из Малайзии. Мне еще вот такой очень нравится магнит в Шанхае. Здесь каждый можно оторвать, но прикольно смотрится в рамке. Вот мама парни говорит, что сегодня мусорная машина не приедет. Обычно каждый день приезжает машина, чтобы забирать мусор, но сегодня не приедет. Вот люди тоже собираются посчитать богов и сжигать деньги на улице.